Композитор Вячеслав Черный знает наизусть 1500 песен. Написал музыку еще для сотни, объездил Союз. Сегодня его песни известны в Анапе, Новороссийске, Краснодаре, Ростове-на-Дону, в Крыму и даже в Заполярье. Я работал на севере, в Инте. За полярным кругом, вот это мы Калиневодом, и давали концерт. Они всегда нам были очень рады и катали нас на собаках, на оленях. Так что покатался и летом, и зимой. Переезжая из города в город, он брал только самое необходимое – 40 килограммов нот и 5 баянов. Другие инструменты – орган, синтезатор, фортепиано – перевозить не мог чисто физически. 5 баянов было, сейчас 4 осталось. Ну, это 2 нормальных, а остальные просто для работы. Они разные, аккордеонированные, там 5 рядов. У меня рояль стандарт. Потом заказной вот тульский. Вот эти баянчики, они легкие и вот для работы. Ехать куда-нибудь. Стаж работы 60 лет. В музыкальную школу в Донецкой области ходил пешком. Ночью 14 километров туда и обратно, несмотря на травму ноги. В 4 года попал под поезд. Отучился в музучилище, работал в Донецкой государственной академической филармонии, руководил группой «Арида» филармонии Майкопа. Сотрудничал с популярной болгарской певицей Маргаритой Григоровой, Валерием Абадзинским, группой «Песнеры». Вячеслав Черный сам очень талантливый человек. Он подбирает для каждого его любимый репертуар. И он очень много написал своих произведений, которые мы с удовольствием исполняем. И военный репертуар, и лирические песни. Сегодня Вячеслав Черный руководит 2 коллективами в клубе культуры «Ветеран» – «Отрада» и «Анапские казачки». Хоть дождь, хоть град, хоть что-то. Никогда такого не было, чтобы нас погода как-то остановила. И мы, так сказать, не пришли сюда, вот, чтобы, так сказать, видеть друг друга, слышать друг друга, чтобы обогащаться друг от друга хорошей, так сказать, энергетикой. Мы сюда с таким удовольствием спешим. Так рады встрече здесь со всеми, кто посещает этот клуб «Ветеран». Просто ощущаем прилив самых благоприятных эмоций. Валентине Мирошниченко за 80, вокалом занимается полвека. Она из хора «Анапские казачки», которому исполнилось 27 лет. Подсчитала, что на репетиции ходила 5000 часов. В хоре воспитатели, медики, бухгалтеры, швеи. Есть и профессиональные музыканты, работавшие даже директорами домов культуры. Сравнивая с другими коллективами, многие говорят: здесь интереснее, здесь больше работы. Здесь больше эмоций, здесь больше песен, больше мероприятий. Коллективы Черного участвуют и побеждают в конкурсах. Занятие творчеством для многих, как эликсир молодости. Анна Жукова, Роман Беркалиев, Анапа регион.